О, мне предлагают подраться. Зажмите. О, вот для чего зажимать эту кнопку нужно. Теперь двигайте в определенном направлении, и тогда он будет бить в определенном. Так, отлично. Отлично, можно в разных направлениях бить. Так, так, так. Вообще, это удобно, слушайте. Тут можно прямо вот взять и направлять. Так, посмотрим, возможно, заржавели ли твои приемы. Да не особо. Так, все когда-то должны, то есть каждый может проиграть, но никогда не должен проиграть американскому туристу. Так, сейчас меня будут драть. Ой, чё. Эй, давай. Давай я тебя просто надеру шову. Ну что, да? Хотели со мной подраться? Кто еще хочет? Я тут стрядами машусь, и какой-то шпану в школе замочить, но это будет не сложно. Эй-эй. Что-то я разошелся. Вы даже не на матах, пацаны, вы даже не на матах. Ну что, я всех замочил. Я пытаюсь направить их в нужное направление, особенно этих молодых. Но все они хотят стать Санунъи. Теперь я просто учу их мастерству, чтобы они... И чтобы они молились на лучшее. Наверное, ты не можешь ничего лучше сделать, потому что ты лох. Это Song Dynasty, right? Правильно. А песня Династии? Да ей же, наверное, 1000 лет. Она настоящая? Да. Сифу, у тебя же был полный набор, что с ним случилось? Его украли. Бывшим студентом украден. И отдан триадам. Мне очень печально это слышать. Так же, как и мне. Набор этих статуэток, это все, что у меня было. Порой я просто смотрел на них и плакал. Вот. Поэтому, наверное, мне стоит закрыться. Очень было приятно вас видеть. И вашу девушку. Что? Ага, это было весело, да. Что ты хочешь делать теперь? Мне нужно пойти домой. Но я определенно позвоню тебе позже. Окей. Я молодца, мне позвонит позже. Все было бы так легко в жизни. Встретил девушку, надрал каким-то студентом жопу. И все, и тебе позвонит позже. Хотя... Хотя, наверное, в жизни бы это тоже сработало. Если подумать. Паркер, трак, дискас, попсат, да, 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 да. Окей. Эй, ты кто такой? Хочешь подраться? Возможно, ты можешь выжить пару раундов, давай я подерусь. Эй, давай, крепкий парень. Хочешь потерять свои зубки? Да у меня их и так немного осталось. Эй, давай. Ну что? Что? Хочешь подраться? На. Ну. Это все надо, что ты позвонил? Ну, давай. А, лежи в двери. О, мне тебя может взять. Черт, я упустил этот момент. Оп! Нет, не упустил. Хе-хе. Здорово я ему набил рожу. Похоже, он мертв. Так, ребята, я не должен пропустить ни одного удара, иначе у меня будут какие-то потеки на лице. Ну, что скажете? Как вам этот план? Ну, парнишу, зря ты решил. Так, и ты зря решил меня бить, пока я бил твоего друга. Интересный способ ведения боя. Тем, что вы проигрываете, кретины. На. Все, я тебя звонил. Да, я его звоню. Что, три парня? Ну ладно. На что вы способны? Хотя вы втроем, может быть, вы мне что-то сделаете. Давайте. На, с разбег. Чего они не атакуют? Вон, наконец. Так.
Так, давай, давай, грибай, грибой. На, сразу бег. На, хочешь в боке сидеть, так сиди. Эй, что, что? Что? Ай, блин, я же нажал, ой. Я пропустил удар, дучок, включил. Давай. Валяйся. Я даже не стал пытаться его контратаковать. О, ну что, хочешь разобраться? Давай, давай. Сколько еще тут раундов? Раунд 4 из 6. Ну ладно. Это будет несложно, я думаю. Ой. Так, нетушки, нетушки. Толстяк. Все, не твой день. Я смотрю, ты упертый. На, валяйся. О, хорошая попытка. Ох, черт, я не вовремя нажал. Сейчас у меня еще ударит. Не ударил. Ох, черт, толстый, ты достал. Иди там, не знаю, сбрось вес. Тут даже Макдональдсов нету. По крайней мере, я ни одного не видел. Ты все равно как-то набрал. Ну. Так, ребят становится все больше, а веселье все меньше. Блин, ну ни по кому не получается заехать с разбегу. На, вот, заехал наконец. Чё, крышу поворачивается, на. Надо, надо уже стоять в блоках, разбираться с ними тактически. Так, держи. О! Так, эй, эй, ты своими ударами давай. Осторожней. Нравится, как у них кровь остается на стене. На. Сейчас он явно ударит, смотри, смотри на него. Собрался с силами, кретин. Так, держи. Начинаю уже напрягаться в этих драках. Но они почти по мне не попадают, так иначе. Что, кричал? Значит, так хочешь, ну держи. Отлично. Отлично. Все, последний, финальный раунд. Я закончу с этим дерьмом. С этими потасовками на улице. Ну-ну-ну-ну-ну. Давайте, давайте, давайте. Кто первый? Давайте. Кто на новенького? Так, один. Один, это здорово. Второй. Третий. Да, я, ну, тут даже, даже легче всех бить, чем в этом, по большому счету. Ну-ну-ну-ну. Тут должен быть какой-то один удар, который откроется и станет сразу завершающим для всех. Так. Ножки нету. Так, отлично, отлично. Ну, так, ты держи тоже. О, черт, я не ту кнопку нажал. А, блин, я начинаю фейлить. А. На. Вот, это было здорово. Так, ты толстый, отстань от меня. С этим говном. И ты тоже отстань. А, отлично. О, еще толстый остался. На, и не вставай. На. Ты еще хочешь встать? Нет уж, фигушки. Все, я закончился. Это все на что вы способны? Да. О, боже, я не до конца даже все равно открыл. Какую-то одежду зато. Появилась какая-то одежда. С ним все еще можно подраться. Только зачем? Так, давай, давай, огребай, огребай толстый. Ой, черт. Нет, это опять я вернусь против тебя.
Теперь ты будешь не на матах валяться, а где-то еще. Все, но я всех четверых укокошил. По одному раз. Это мне ничего не дало. Зачем тогда это нужно? Что это станет сложнее? Нет, это абсолютно бессмысленно. Это было абсолютно бессмысленно. Ладно, парни, я тогда деру вам всю жопу. Так, доставит твой ножичек. Давай. Ах, ты козел. Я ж тебя убью нахер. А ну-ка, кинул свой ножик мне сюда. О, смотри. Фокус. Фокус был. Все, задницу у всех, я надрался уже тут. Тен-тен-тен-тен-тен-тен-тен-тен-тен. Где там мой мотоцикл? Я, конечно, не знаю, что это все давало. Мне кажется, я почему-то просто тупо потратил время на все это. Бессмысленно. Эй, ребята, извините, я сбил. С кем не бывает. Ладно, я лучше пойду куплю себе тачку какую-нибудь. Хотя, смотря на сколько дорого они стоят. Почему тут какой-то полицейский участок показан? Зачем мне его показали? Тебе лучше тут не стыкаться ни с кем. Тут полицейский участок. Черт. Вот тут явно херовая машина будет. Еще я не могу ехать здесь. Мотоцикл поехал своим делом. Эй, посмотри, что у нас есть точки. У меня 93 тысячи. Что я могу купить на 93 тысячи? Херовый мотоцикл. Так, класса Б. Вау, это... Какие-то тут... Интересно, тут много машин вообще или нет? Потому что на улицах вроде ездит не особо много. Ты можешь поверить в эту цену? Класса Б. Давай я куплю тебе эту машину, она выглядит здорово. А, если я сломаю это, то мне дадут новую меньше, чем за 24 часа. Все, две раза? Нет, вот это. А, отлично. Поехали. Ну, у этой машины отличный звук. Чу-ч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 у